Со страхом Божьим и верою приступите. Благослови градирование Господне, Бог Господь и явится нам. Молимся прися, верою Господи, исповедую, как ты есть воистину Христос, Сын Бога живого, прижеды мир грешный спасти, от них же первые из нас. Еще верую, как сей самое пречистое тело, самое честное кровь твоя. Молю все оба тебе, помилуй меня, прости мне все прегрешения мои. Вольно, невольно, слове же в деле же ведение и неведение. Исподоби меня осужденно причаститься, причит таинство, оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечере твоя тайна, не Сыне Божий, причастника меня прими, небо врагом твоим тайну повини, лобзание тебе дам я, Каиуда, ну-ка, разбойник, исповедуй тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не суть ли в осуждении будет мне причащение причистых Твоей тайн, но во исцеление души и тела. Аминь. Веки веков. Аминь.
Освящай на Тебя, уповай, спасибо будет Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви, сохрани, свети любящие боголепие дома Твоего. Ты тех спасай, божественные силы, не остави нас, уповающих на Тебя, мир, мирови Твоим даруй, церковь, Своим священию, всем людям Твоим, яко всякое дание блага и всяк дар совершен свыше, исходя от Тебе, со света в Тебе славы и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Будь имя Господне благословен отныне до века. Будь имя Господне благословен отныне и до века. Благослови Господа на всякое время. Вынухай во властях моих. О Господи, похвалится душа моя. Да услышат кровцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его хуби. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорби моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвай, Господь, услышай, и от всех скорбей его спаси. Ополчится ангел Господень, о крест боящихся его, и избавит их. Посети, видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа, все святые его, яко не смешение боящимся его. Богатя обнищавшая и залкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек хотят живот, любит не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежели глаголотивсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши его в молитвы. Лица же Господни на творящие злое, еже потребите от земли памяти. Возложи праведней Господь услышай, и от всех скорбей их избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многих скорби праведным,
сокрушится, смерть грешников люта, и ненавидящие крови много прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, кого благодатью человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, и же во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийские, и святаго святителя Григория Палама, епископа Фессалоницкого, его же и память ныне совершаем, святых праведный Бог Отец, Акимана и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.